По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор лидеров Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись информацией о том, что делают страны в борьбе с распространением COVID-19. Собеседники обсудили и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС. Кстати, президент Казахстана в качестве почетного гостя примет участие в параде Победы в Москве. Приглашение поступило от Путина по телефону. Парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня.